Выходить на лед в районе Чебоксарской ГЭС небезопасно, сообщают в региональном МЧС. Дело в том, что в районе Чебоксарской ГЭС на льду местами уже появились промоины с толщиной. Льда не метров, не более 7 сантиметров. В среднем же толщина ледового покрова на Волге варьируется от 33 до 41 сантиметра. На Суре от 30 до 35 сантиметров. Чтобы предупредить несчастные случаи на водоемах, в период ледостава спасатели участили профилактические рейды. В выходные дни патрульные группы обследуют места массового выхода людей на лед по всей республике. Сообщается на сайте ведомства.